Сколько зарабатываете? Зарабатываю от миллиона. Серьезно? Да. Я модель. Как модель может столько зарабатывать? Ну, это зависит от внешних данных модели. Какой у вас ценник за час? Ну, у вас же по часу, вам по часу же платят или как? Ну, промолчу. Ну, 50 тысяч, 20. Больше. Для чего снимаетесь? Я имидж-модель, я сопровождаю людей. А, и бизнесменов? Да. Как вы пришли к этой деятельности? Ну, я всегда как бы искала мужчин, которые... Ну, не, я не разменивала себя на мужчин, которые просто поглощают у девушки энергию и ничего не могут дать взамен. Я считаю, что... И вы решили продавать себя в час мужчинам? Ну, так грубо сказано, продавать в час, но типа такого. Что вы делаете в течение часа? Смотря что, допустим, я могу пообедать, могу сопроводить мужчину на деловой какой-то ужин. Просто на рядом быть. Встречу, конференцию, да. А секс предлагали? Да. Что отвечаете? Что отвечаете? Ну, если мужчина симпатичен, то почему нет? Окей, это входит как бы в стоимость? Нет, отдельно. Вот по ощущениям по твоим, насколько сильно изменилась вообще мораль, если мы сравним вот момент твоего приезда в Москву с середины 80-х и сейчас, середина 10-х годов уже нового века. Стала строже мораль или наоборот, или ничего не изменилось? Вот как по твоим ощущениям? Я всю жизнь охотился за красивыми девушками. Так. 80-е годы – Москва. 90-е годы – Париж. Так. Потом я переехал жить в Москву. Я влюбился в Париж, потом я влюбился в Москву. После Парижа? После Парижа. То есть, после Одессы ты когда приехал, да, ты в Москву не влюбился? Тебе понадобилось уехать в Париж, чтобы да, влюбиться чтобы в Москву? Да, чтобы понять Москву, да. Так, хорошо. Потом я снова приехал в Москву и жил с 2000 года в Москве. Сейчас ее разлюбил снова и уехал из нее. Угу. И сейчас обратно в Одессу уехал. А, так ты в Одессе сейчас живу обитаешь? В Одессе. Да. У тебя агентство разве не в Москве расположено? Вот нет, сам мой офис в Лондоне у меня находится. Так, о господи. Офис в Лондоне. Так, я запутался. Да. Хорошо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».